Почем? Абрикос. А экзотических? Во время карантина мы были на самоизоляции. 2,5 месяца я вместе со своими сотрудниками приняли решение закрыться в целях обеспечения безопасности как сотрудников, так и наших клиентов. И вот сейчас мы решили возобновить работу. И когда все открылось, глаз прям радуется, что все есть. И приятно работать. Какие требования вглядывают в себя для оформления торта? Всегда, когда покупаю ягоду, стою перед выбором, да, дилемма стоит. Я сейчас вот выбор алматинская либо актюбинская. Я сегодня отдала предпочтение, да, в пользу актюбинской, та, которая вот такая вот красивая. Это идет чисто на оформление. Когда мы говорим о каких-то начинках, то, естественно, я предпочтение уже даю больше качеству и вкусовым именно качеством продукта. А вот физалис, он почему? Физалис использован на оформление, да. Это, ну, считается экзотическим фруктом. И интересно так отыгрывает немножечко. Часто ли он бывает на прилавках или же все-таки сезонный тоже продукт? Он практически круглый год бывает. Угу. Так. Орехи сегодня будем брать для оформления? Они нам нужны в начинку. Грецкий орех. Какой цену? 3500. Уступаете? Да. Какой есть? Какой и почем разница? Угу. Какой лучше? Угу. Перегородок ничего нет? Чистый? Да? Давайте. Спасибо. Ну что, орехи, ягоды куплены, пойдем оформлять тортики. Закупом ежедневно я лично не занимаюсь. У нас есть снабженец, который ежедневно занимается этой работой. Мы с ним в определенные, если в нашей линейке появляется, допустим, какой-то новый продукт, новый ингредиент, то мы едем, выбираем поставщика, то есть меня должен устраивать качество этого продукта. И дальше уже он непосредственно работает с поставщиками. Кстати, вот Алтай нас спасает, потому что там всегда обычно бывает. Но с той же ягодой, допустим, качественную ягоду все равно тяжело, да, в не сезон, там, в зимний период найти. И мы тогда обращаемся к Алтаю, наш носитель в данном случае. Если нигде нет, там обычно как раз найдешь все, что нужно. Всем привет! Девчонки, встречайте! Здравствуйте! Держите. Ну что, приступим к оформлению юбилейного тортика сегодняшнего. Девчонки, подавайте торт. Угу. Аня, а какой самый любимый торт у тебя у самой? Мой самый любимый Баунти. Его я привезла с мастер-класса в Челябинске. Да. А это что за торт? Это у нас Вупи, самый популярный. А спрос на него вообще просто никак не спадает. Ну, а мы рады потребителю предоставить то, что он желает. Чем и как сегодня будем его оформлять? Оформление у нас сегодня будет ягодное. Так. Начался сезон ягод, поэтому будем использовать его по полной. Так, начинаем. Чего обычно начинается оформление? Сразу раскладываете ягоды? В первую очередь обтяжка. Вот, девочки уже подготовили. Сейчас мы припустим шоколадные потеки и будем выкладывать ягодку. Ювелирная работа, Ань.
А как же? Ежедневно таких тортов сколько оформляешь сама ты? Скажи честно. Я честно скажу, сейчас я реже оформляю торты. У меня есть мои девочки. Хорошо, когда есть помощница? Да. И важно, когда они с тобой на одной волне, когда вот они чувствуют так же, как ты. Это же нужно еще и не промахнуться. Ну да. А с чего началось? Ты помнишь свой первый торт, который ты изготовила для продажи? Я его не для продажи, я его для подруг приготовила. Они оценили и заставили меня продавать, нашли мне клиентов. Вот, это был красный бархат. Я его нашла просто на сайте, где-то приготовила, все оценили. С этого пошло все? Ну, сам старт моего бизнеса, наверное, как раз с этого и пошел. А вот предпринимательская жилка у тебя в кого? В маму, в папу? Или просто это такое вот искусственное, скажем так? Ну, вообще, почему я пришла вообще в готовку, в кондитерство, это мамина заслуга, конечно. В 2006 году, когда я закончила первый курс колледжа, я вообще собиралась с 5 класса, я мечтала стать прокурором, быть прокурором, прям это моя мечта была. И в 9 классе, когда я закончила 9 класс, ничего не предвещало вообще, я собиралась учиться 11 классов, училась на отлично. И тут в один вечер друзья, родители собрались, начали рассказывать, что дети все в колледж, оказывается, поступают, зачем тратить время, 9-10 класс, изучение там той же физики, химии, да, которая в жизни не пригодится, если я точно знаю, что я там буду юристом. И в одну ночь мы с родителями не спали, всю ночь обсуждали это бурно. Такое решение было, ну, как бы стереотипы же, что колледж – это как бы троечники, да, идут в колледж обычно, а тут я отличница на красный диплом и на тебе. Всю ночь не спали, приняли решение и на утро пошли поступать, дали документы, я поступила, получается, 3 года отучилась, потом устроилась сразу на работу в милицию. 8 лет в общей сложности я милиции отдала. Ушла в звание капитан. Не жалеешь сейчас? Нет, не жалею. Но и то, что отработала в милиции 8 лет, тоже не жалею. Абсолютно. Это такой опыт колоссальный. Но ведь сложно было из одной деятельности перейти в другую. Когда я уходила из милиции, я не планировала идти в кондитерство, вообще не было в планах. Я собиралась адвокатской деятельностью заняться, но в тот момент, получается, конец года, и аттестация в адвокатской конторе уже завершилась, только на будущий год, получается, набор, там, стажировка. И, ну, стечение обстоятельств, в общем, я не попадаю в этом году. И что делать дома? Дома я развлекаюсь, пеку, и вот дальше история закрутилась так, что я окунулась в это дело. Моя мама с 2006 года, да, я начала говорить. У нас все в семье любят готовить, безумно, это прям страсть у всех. И тут мама решает научиться готовить какие-то булочки, она где-то там попробовала, договорилась, ее пустили, ее обучили. И летом мы начинаем с ней готовить на базе папиного предприятия булочки печь. В 5 утра встаем, в 6 утра у нас уже тесто подходит, и так, чтобы к 10-11 часам в магазины уже развести эти булочки. Я помню, когда мы с мамой развозили, потом выручку уже собираем вечером, и копейки считали, 2000, мы радовались. Ну, это наш труд же первый такой. И потом у мамы уже переросло это большое такое серьезное предприятие. У нее придорожное кафе, там же кондитерский цех, там же пекарня. Она, наверное, послужила мне таким примером большим в моей жизни, учителем именно в этой стезе. Чтобы вот так вот оформлять, это нужно иметь чувство вкуса, меры и стиля. Как бывший полицейский, получилось, что вот таким еще дизайнерским решением подходит к оформлению торта? Не знаю, это вот заслуга мамы, наверное.
с детства у нас было всегда много гостей. И я всегда удивлялась, как у мамы хватает фантазии. Она там какие-то блюда готовит, что-то придумывает, что-то постоянно, какое-то оформление, то он там загорается, то еще что-то. Ну вот всегда мама моя творчески подходила. И, наверное, это хочешь, не хочешь, и вроде не было, а, наверное, где-то в генах оно все-таки есть, хотим мы этого или нет. Скажи о планах, какие у тебя планы на ближайшие 5 лет и на ближайшие 30 лет? Ну вот, такими планами я не люблю делиться. Как говорят, да, хочешь насмешить Бога, поделись своими планами, да, но, естественно, как любой человек, да, с амбициями, со здоровыми, естественно, я планирую расширение. Есть планы грандиозные, надеюсь, что они сбудутся. Конечно, в далекой относительно, да, перспективе хотелось бы какую-то сеть развить. Ну, будет видно. Есть немножечко планы перепрофилироваться. Сейчас меня больше привлекает именно пекарня, хлеб. Этой темой я заинтересовалась, ее изучаю. И думаю, что, скорее всего, в скором времени я немножечко поменяю направление. Ну, хотя с этим расстаться я тоже не могу. После карантина думала, все, я тортами не буду заниматься. А когда вот вернулись на работу, все, она опять засасывает, и опять уже никуда от этого не денешься. Наверное, что-то переплетаться как-то все-таки будет. Тема готовки мне очень близка, и поэтому я делаю это, первая задача не потому, что я хочу на этом заработать, да, какие-то бешеные деньги, да, естественно, это, любая работа должна приносить доход, но, тем не менее, я в первую очередь делаю, потому что мне это нравится. Вот я вижу себя в этом, мне доставляет это удовольствие, когда получается хорошо. У меня суперкоманда, да, она у меня небольшая, но у меня те люди, которые вот со мной, они заодно, они переживают, болеют за качество. Если что-то получается не так, я в них уверена, если я отъехала, где-то что-то сделали, что-то получилось не так, они мне позвонят, скажут, мы переделаем. То есть не так, что лишь бы раз спихнуть, продать, и, ну, не дай бог, чтобы до потребителя там какой-то некачественный продукт дошел. Мы это исключаем, и я благодарна своей команде, что они со мной разделяют эти взгляды. Для меня это важно. Ну что, наш торт готов. Вообще считаю, что каждый торт – это индивидуальность. И одинаковыми они быть не могут, потому что в каждый торт кондитер вкладывает частичку своей души. Приятного чаепития. Будем рады видеть вас у себя.